Я не знаю, мне кажется, самым большим грехом, наверное, является... Вы знаете, я даже сложно сказать, что значит самый большой грех, потому что с моей точки зрения там предательство, воровство, убийство, это равнозначные грехи какие-то, большие, глобальные грехи. Что значит самым большим грехом? Не знаю. Я считаю, человек, конечно, не может быть безгрешен, но я понимаю, он там, если он соврал там что-то во благо чему-то там, да. Ну, это, конечно, грех, но он, наверное, по сравнению с такими большими грехами, это, конечно... Не знаю, мне сложно ответить на этот вопрос. Я единственное знаю, что, ну, вот, не убей, не укради. Как мы не крутимся, да, я не там, не ныряю с головой в религию. Я просто говорю, ну, как мы не крути, как ни крути, это все равно вокруг вот этих заповедей происходит. Вот и все. Понимаете?